В Уральске прошло торжественное открытие бизнес-школы «Баскар». Здесь детей от 7 до 17 лет будут обучать финансовой грамотности, креативному мышлению, лидерству и психологии. Наши корреспонденты побывали на открытии. Финансовая грамотность, лидерство, ораторское искусство, психология и общение с людьми – это одни из главных навыков жизни человека, которым, к сожалению, не учат в общеобразовательных школах. С целью помочь вашим детям реализовать свой потенциал и развить семейный бизнес, в Уральске открылась первая уникальная и единственная бизнес-школа «Баскар». Есть 4 основных предмета, которые будут преподаваться в нашей школе. Финансовая грамотность, лидерство, креативное мышление и психология. Франшиза действующая московская. Мы переводим сейчас на казахский язык и, думаю, с января месяца мы уже начнем набор первых групп с казахским языком обучения. Финансовой грамотности в бизнес-школе «Баскар» преподают предприниматели, которые уже имеют большой опыт в бизнесе. У меня более 20 лет корпоративного опыта. Я работала в нефтегазовой сфере, работала директором по маркетингу. У меня педагогическое образование, а также у меня MBA университета Губкина, управление нефтегазовым бизнесом. Бизнес-школа «Баскар» ждет вас и ваших детей по адресу город Уральск, проспект Абая, 103, торговый дом «Гранд Плаза», бывший аквариум. Дана Керимбаева, Айбола Джагапар, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42.